Всем приветики, дорогие друзья, мы на канале Funny Games, и мы продолжаем играть в игру зомби-машины. Ну что ж, ребяточки, погнали дальше проходить, посмотрите, сколько мы уровней уже с вами прошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и, собственно, 7 уровень у нас открылся, ребяточки. Это просто, ребят, замечательно, хочу вам сказать. Так, ребяточки, ну что ж, у нас есть 1 266 247 долларов. Я рекомендую, ребятки, купить, наверное, новые колеса за миллион. А там дальше будем смотреть, да, в принципе. Ну что, погнали. Посмотрите, какие у нас шипы на колесах. Довольно-таки неплохо. Вау, ребята, вот это да. На новом уровне мы с вами, посмотрите. В прошлый раз мы с вами мучили. Наконец-то домучили прошлый уровень. Что ж, довольно-таки неплохо. Большие зомби, видите, препятствуют нам все больше и больше преград. Отцепись от меня. Маленькие зомби, видите, прицепляются, и нам становится все труднее проходить эту трассу. Все, ребятчики, закончилось у меня ракетное топливо. Будем потихонечку как-то добираться. Я думаю, что этот уровень мы уже не пройдем на этой машине. Для этого уровня нам уже нужен новый реакторный атомный автомобиль. Большая военная машина нам нужна для этого. Наверное, мы с вами уже не сможем на этой машине сражаться. Так что давайте мы с вами, наверное, сейчас заработаем денег. Сколько нам нужно денег? 8 миллионов, ребят. 8 миллионов давайте заработаем с вами. И, собственно, откроем уже этот автомобиль. Так что, ребятчики, вперед, погнали. Вау, вот это да, вот это круто. Давай, давай, еще совсем немножко, давай быстро. Пошел, 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 пошел. Отлично, 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 отлично. Просто супер. Все, ребятчики, нитро закончилось. У меня нитро закончилось. Что же мне делать? Как же мне доехать, да? Мы должны сегодня, ребятушки, закончить эту игру уже проходить, собственно. Я так думаю. Так, все, ребяточки, закончился у нас бензин. Большого зомби переехали. Так, ну что ж, бензинчик у нас, ребятушки, закончился. Так что я предлагаю... Так, я думал купить новый двигатель на этот автомобиль. Но давайте мы уже с вами, наверное, купим вот этот автомобиль реактивный за 8 миллионов. Осталось всего немножко, ребяточки, нам проехать, чтобы его купить. Так что давайте еще пару раз заработаем денег на эту машину. Пару раз прокатимся и купим уже ее. Смотри, ты прицепился. Пусти мой кузов, а? Давай, давай, давай. Газу, 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 газу. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Неплохо. Отлично. Просто супер, я даже сказал. Так, ну что ж, ребятки, заглохли мы немножко. Заглохли. Так, ну что ж, поехали. Так, ребяточки, 4 миллиона, 4 миллиона почти у нас есть. Нам осталось еще 3 миллиона заработать. 4 миллиона осталось нам заработать и купим новую машину. Новый реактивный авто. Давай, давай, малыш, газу. Хорошо, что мы купили, ребяточки. Вот такие вот колеса за миллион, они нам помогают более-менее справляться с трафиком. Все, бензин, ребятчики, закончился. Так, ну что ж. Сколько у нас там? Почти 5 миллионов. Еще 3 миллиона нам осталось заработать. Давай, 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 зомбики. А ну, в стороны все. Дядя Юра едет здесь. Так, ребяточки, хочу вам напомнить, если вы еще каким-то образом не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Ссылочка на канал есть как в описании.
Так, и после этого ролика, такая большая кнопочка красная, написано подписаться. Подписываемся, ставим пальчик вверх этому видео, дорогие друзья. И не забываем смотреть мои видосики. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, ребячки. Уже 6, осталось 2 миллиона. И у нас будет крутая точила, ребята. Давайте по чуть-чуть вот так вот нитро будем пускать, чтобы нам его хватило на больше. Газуй, 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 давай, давай, малыш, давай, еще совсем немножко осталось. Отличненько, ребячки, отличненько, заработали 1 300 000, ого. Все, ребячки, еще один раз мы проедемся, и мы с вами, да, так сказать, купим новый авто, купим новенький автомобиль. Зомбику голову оторвало, он до сих пор держался за машину до последнего, так сказать, боя. Это предан своему делу. Разве мои мозги такие вкусные, а? Ну что ж, довольно-таки неплохо, ребячки, мы с вами заехали. У нас есть теперь 8 миллионов. Теперь мы, ребячки, покупаем вот эту машину. Ой, галлон бензина даже у нас хватит купить. Даже 2. Отличненько, ребяточки. Ну что ж, неплохо. Посмотрите, на каком мы автомобиле, ребятки, едем. На военном, который ракеты возит. Ого! Вы только посмотрите, как он круто едет. Он со своим заданием справляется. Посмотрите на эти колеса. Во много раз лучше, чем грузовик и автобус. Вот это да, ребята. Вы только посмотрите на это. Ого! Эта машина намного сильнее. Тут у нее, наверное, 4 моста, 4 привода. И мы теперь, смотрите, ребята, с какой же скоростью здесь вообще едем. Отлично, отлично, ребята. Просто супер. Посмотрите, как далеко мы заехали. Тут бензина, ребятушки, хватает надолго. Там быстро заканчивается бензин, а здесь надолго хватает. Ну что ж, довольно-таки неплохо, ребятушки. Посмотрите, куда мы с вами уже заехали. Ну что ж, отлично, ребятки. Ого, мы заработали 2 391 тысячу, что довольно-таки неплохо для этого. Я предлагаю, ребятушки, купить новый двигатель. И поехали. Вау, ребята, вы видели, как мозги его полетели в разные стороны? Отлично, отлично. Просто супер. Отлично, отлично. Газу, газу, газу. Бабах, amazing. Невероятно. Просто невероятно. Отлично, отлично. Ого, вот это мы с вами заехали, посмотрите. На этот раз мы с вами заехали намного дальше, ребячки. С новым двигателем вы видите, как далеко. Ого, мы 2,7 миллиона заработали. Довольно-таки круто, ребяточки. Давайте купим, наверное, новые колеса и еще купим галлон бензина. Теперь мы должны дальше на магазин. Посмотрите на наши колеса теперь, ребятки, как они справляются со своей задачей.
давят зомбиков на раз-два, ребятки, и преодолевают любое препятствие. Смотрите. Вот это да, вот это. Вы только посмотрите. Вау, да-да-да. Как мы быстро едем этот раз. Ого. А бензин еще не кончается, ребят. Посмотрите, куда мы с вами заедем. Ой-ой-ой, если бы зомбик не помешал, ребятки, мы бы вылетели бы с такой скоростью на этой балке и ехали бы с такой скоростью, мы просто победили бы всех. Ого, 3500 мы заработали, ребята. Это же просто замечательно. Вы вообще понимаете, что это такое? Я предлагаю, ребятки, купить за эти деньги вот такую штуку, которая будет накалывать зомби. Она нам поможет намного быстрее справляться со всеми задачами, ребят. Смотрите, вот это да, какой бампер у меня. Я теперь накалываю зомбиков, ребячки, на раз-два, смотрите. Бабах, всех зомбиков накалываю, и все проходит очень быстро. Я на вот этой машине довольно-таки крутой чувак гоняю, и мне никто не помешает. Довольно-таки неплохо, классно. Мне нравится. Отстаньте от меня, прицепились два зомби как машине. Ребята, скажите, что ты. Пускай цепится от меня уже. Раз и навсегда. Отлично, ребятки. Просто супер. Машина идет, ребятки, с отличной скоростью. Скорость у нас отличная. Все у нас супер. Так, ну в этот раз мы даже, ребячки, немножко ближе заехали. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что мы зомбиков накалывали и таким образом немножко отставали от того, что происходит, ребячки, вокруг. Так, ну что ж, давайте купим галлон бензина и коробку передач новую. Ну что ж, погнали. Классно. Вот это я понимаю, круто, в действительности. Ребячки, посмотрите, что это автомобиль вытворяет. С новой короткой передачей я просто мастер. Но я должен был пролететь по тем доскам. Чего же я не пролетел-то? Что-то мы немножко, видно, неправильно сделали. Но здесь сейчас будут доски. Как бы по ним заехать? Нет, мы тоже не можем по ним заехать. Мы просто валим и крушим, ребят. Ну, довольно-таки дальше заехали немножко. До финиша 1,5 километра буквально, ребячки, осталось. Надо потихоньку пытаться как-то всю эту ситуацию исправлять. Так, ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю пока ничего не покупать и насобирать денег, еще раз проехаться, насобирать денег на ракетный двигатель. Тем более он, наверное, будет атомным. Я так думаю. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Бочка взорвется. Ох, это дало мне наоборот преимущество, ребят. Я еще быстрее ехать стал с помощью этой бочки. Ох,
О, вы посмотрите, как мы, вы видели, как мы ехали. Почти в воздухе. Газу, 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 моргает лампочка бензина. Все, ребяточки, закляк автомобиль наш. Бензин закончился. Давайте, наверное, купим здесь ускоритель. Ребята, здесь на атомное просто. Посмотрите, какая ракета у нас прицепилась сзади. Разве это не круто, ребята? Мне кажется, это просто замечательно. Вот это да. Да, с реактивным двигателем, ребятки, вес у меня-то прибавился, но автомобиль стал себя чувствовать намного увереннее. Давай, 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 вперед, 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 вперед. Посмотрите, как я разбиваю, как я справляюсь с этими ребятами. Так, самое главное, ребятки, это проехать за пол. Давай, давай, давай. Ой, нет, тяжесть такую не выдержал мост. И мост просто-напросто, ребятки, развалился. Если бы мост был немножко, ребячки, крепче, мы бы с радостью выскочили бы туда, и не было бы у нас никаких проблем. Ого, все равно мы дальше заехали в этот раз, ребята, аж наверх выехали. А до финиша осталось чуть больше километра, дорогие друзья. Так, ну что ж, у нас есть почти 5 миллионов. Я, ребячки, предлагаю купить ракетное топливо. Вот так вот. Пускай будет. И, наверное, пару галлонов бензина пускай будет. Поехали, посмотрим, что нас ждет в этой гонке, ребята. Давай, 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 машинка, газуй, я в тебя верю. Давай, 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 вперед. Вперед и только вперед. Ребята, бочка. О, она нам дала больше уверенности, ребят, и больше сил. Ого, вы видели, ребятки, с какой скоростью мы пролетели этот мост. Довольно-таки неплохо, ребятки, в этот раз мы неплохо, неплохой результат показывает наш автомобиль. Смотрите, куда мы доехали, у нас бензин еще есть, потому что мы запаслись пару галлонами, видите? Бензин у нас, ребяточки, это просто, ребяточки, отлично, хочу вам сказать. Ох, ребяточки, отлично, мы доехали до заправки, это самое главное. Круто, ребятки, заработали 7 миллионов, ну разве это не замечательно, а? Скажите мне. Это просто, ребяточки, круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, у нас есть... еще один уровень. Давайте, собственно, начнем с него. Так, я предлагаю, ребята, докупить уже полностью. Давайте, наверное, полностью уже купим бензин. Пускай будет уже на полный бак. И, наверное, ускорение. Ускорение еще одно. Стоит на 1,5 миллиона. И, в общем, потихонечку будем двигаться вперед, дорогие друзья. Погнали. Так, новый уровень, ребяточки. Что здесь у нас? Много очень препятствий, ребят, которые будут мешать нашей гонке. Нам нужно быть более бдительными, более внимательными к тому, что происходит вокруг. Чтобы нас не съели эти зомби. Нужно больше, больше развивать скорость, ребят. Нужно покупать новые колеса, новый двигатель, новую коробку передач, потому что этот уровень, ребяточки, непростой. Для того, чтобы его пройти, нужно много усилий. Ну все, ребят, видите, где мы остановились. В принципе, 3 километра не доехали с вами, 2,5 километра не доехали с вами до пункта назначения. Так, ну что ж, покупаем себе полностью вот эту штуку.
И погнали вперед. Это у нас ускоритель. Да? В следующий раз нужно купить колеса. Пулемет, наверное. Потому что без пулемета, ребяточки, туговато. Согласен. Машину надо тренировать, ребята, потому что это никуда не годится. Машина уже совсем никуда не годится. Слабоватенько едет, слабоватенько воспринимает все, что происходит вокруг нее. Так, ну что ж, дорогие друзья, 3,7 миллиона у нас есть, в итоге у нас 8 миллионов. Так, ребят, я предлагаю купить новые колеса. Или давайте лучше не новые колеса купим, а такую вот защиту. Вот, теперь мы более-менее будем справляться с ними. А новые колеса купим потом. Поехали. О, все, ребятки, мы купили вот такие ножи, которые будут резать этих злых и нехороших зомбиков. И это просто огромный плюс для нас, ребята. Теперь мы не только зомбиков перерезаем, но и ящики, которые нам нужны. Тоже довольно неплохо. Ребята, посмотрите, как я рублю этих тварей. На раз-два, как семечки. Все зомбики разлетаются на раз-два. Все меня боятся, ребята. Вот это да, вот это мы с вами заехали. Довольно-таки далеко заехали. Неплохо, неплохо, ребячки. 6 миллионов у нас, и мы можем купить, ребячки, новые колеса. Так, ребячки, осталось нам купить коробку передач, новый двигатель и, собственно, пулемет. Это все, что нам нужно осталось купить для того, чтобы пройти эту игру уже полностью, ребята. Но с новыми колесами более увереннее машина себя чувствует. Да-да-да. Намного лучше. Газу, 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 газу. Давай, 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 вперед, вперед, малыш. Я в тебе верю, мы должны пройти эту игру сегодня. Довольно-таки неплохо, ребят. Надо было, конечно, дать нитро. Я совсем не забыл про него. И мы бы заехали бы еще дальше. Так, ну что, сколько у нас денег есть? Давайте пулемет уже, наверное, купим. Это миниган, ребята. Так, ну что ж, погнали. Все, закончилась наша лафа, ребят. Пулемет закончился. Ого, ребят, посмотрите, как машина теперь грозно выглядит с пулеметом. Вот это да. Довольно неплохо. Так, все, ребятки, приехали. Так, сколько у нас? 6,2. Давайте накупим, наверное. Все, ребятки, отличненько, отличненько. Поехали. Пускай у нас будет оружие противотанковое. Пускай оно будет у нас, чтобы управляться с этими градами, с этими зонтами. Ну что ж, ребятки, машина довольно неплохо себя стала вести после того, как мы купили себе миниган. Thank you.
ребят, посмотрите, куда мы доехали. Мы 1,5 километра до уровня, до финиша не доехали, ребят. А так неплохо, да. Так, заработали 8 миллионов. Это, ребятчики, просто замечательно. Так, новый двигатель нас ждет. И миниган до конца нас ждет. Так, ребятчики, нам осталось купить коробку передач. И все. Остальное мы должны все сделать сами. Новая коробка передач позволит нам, наверное, ребятчики, пройти этот уровень без усилий. Только одно, что у нас он уже заканчивается. До финиша осталось, ребятки, совсем чуть-чуть. Отлично! И мы с вами доехали, ребята! Мы с вами доехали до аэропорта. Это конец игры. Вы только посмотрите. Здесь нас ждет самолет. Отлично, открывай двери. Все, я заезжаю к тебе. Спасибо, мой друг. Это, ребяточки, тот чувак, который нас вызывал по рации. Он нас спас. Все, двигатели самолета, ребяточки, заводятся. И самолет идет на взлет и отрывается от земли, ребяточки. И это просто замечательно. Наконец-то меня они спасли. С этого острова я убежал. Фух, ребяточки, наконец-то. Все, ребяточки, самолет улетает со мной. Я, в общем, живой чувак на самолете. А что это там такое, ребятки, вы видели? О, ребята, там зомби. Зомби вместе с моей машиной попал в самолет. Что же со мной будет? Это мы узнаем уже, ребятчики, во второй части. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы играли в Верн Туда и в зомби-машинки. Мы уже с вами прошли ее полностью до конца, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, ребятчики. Вы были на канале Funny Games. Пока-пока.